Республика Молдова долго и усердно ищет способы вырваться из российского энергетического плена. Нам негде брать дешевую энергию. Мы должны четко это понимать. Не стоит мечтать, такова реальность. Только если инвестировать здесь, дома. Зеленая энергия робко входит в жизнь молдаван. Когда есть ветер, есть энергия. Когда нет солнца, нет энергии. Пока невозможно добиться энергетической безопасности. А подключение к альтернативным энергосистемам за рубежом откладывается. За это время можно было уже два раза переподключиться, но всегда находились отговорки, чтобы отложить этот процесс. Семья Гаврилицы живет в доме площадью 240 квадратных метров в пригороде Кишинева. Когда они переехали сюда 13 лет назад, за газовое отопление и горячую воду приходилось платить 8-9 тысяч леев в месяц. Несколько лет назад они установили геотермальную систему отопления, и расходы значительно сократились. Устройство выглядит как обычный симпатичный холодильник. Он сам включается, сам выключается с учетом температуры на улице. Это экономично, практично и удобно. Не нужно зажигать, топить дровами. Экономически геотермальное отопление где-то в 2,5 и в 3 раза дешевле газа. Сейчас газовые котлы просто висят на всякий случай. Мы установили их, вложили деньги. В то время геотермальных систем не было, и вот котлы остались висеть на стене. Если коротко, этот дом отапливается с помощью земли. Насос извлекает энергию из почвы и благодаря фреону преобразует ее в тепло, которое циркулирует в системе. Избыточное тепло из дома возвращается в землю. Из земли мы получаем 16 градусов, а возвращается 11. Многое также зависит от почвы. Наш дом из котельца, он лучше удерживает тепло. Ребята приехали, под землей проложили трубы, их протяженность зависит от площади дома. На сверление ушла неделя, на установку столько же. Через 2 недели я запустил установку и с тех пор практически ни разу не возился с нею. Геотермальная установка обошлась мне примерно в 14 тысяч евро. Я взял кредит, выплатил его примерно за 4 года. Я посчитал, что все это окупится за 7 лет. При счетах за газ меньше 2000 леев устанавливать геотермальную систему невыгодно, поскольку это очень дорого. Система работает на электричестве, и поначалу счета за электроэнергию достигали 2500 леев, но позже семья нашла еще один способ сэкономить. Лучия Гаврилица получила гранты по программе поддержки женщин в бизнесе, и благодаря ему удалось установить на крыше несколько солнечных батарей. Половину оплатили сами, половину за счет гранта. Когда я начинала бизнес, одной из главных проблем были перебои с электричеством. Тогда очень часто отключали. А то, что мы выращиваем, нуждается в постоянной температуре. И вот уже около 3-4 лет у нас есть постоянный источник электроэнергии, который обеспечивает как выращивание проростков, пшеничных побегов, так и сохранение продуктов, которые мы производим на этом мини-предприятии. То есть обеспечивает работу холодильников и других электроприборов. В пасмурную погоду домашнее хозяйство питается в основном от обычной электросети, а летом при ярком солнце излишки энергии продают поставщику. Таким образом, к концу года баланс расходов и доходов равен практически нулю. Если есть инвертор для батареи солари, это инвертор солнечной батареи. Сейчас на одной линии у меня 7 киловатт, а на другой 5. Всего на дом приходится 11 киловатт. Днем в солнечную погоду объем может достигать 70 киловатт, летом и 90 киловатт. Я потребляю не более 5 киловатт в час, поэтому в сеть отдаем 5 киловатт, а зимой или ночью забираем столько же обратно. Остается только следить за счетами. Переборщили или нет, платить или не платить, кто кому должен.
более половины всей электроэнергии, производимой в Молдове из возобновляемых источников, вырабатывается ветряными турбинами. 4 из 70 ветряных электростанций в стране принадлежат Думитру Племедялы, сельхозпроизводителю из Каларашского района, который занялся и зеленой энергетикой. Первую турбину мощностью 1,3 мегаватт он установил на холме между селами Нишкань и Паркань в 2017 году. Будучи начинающим предпринимателем, в начале пути, работая в сельском хозяйстве, у меня никогда не было много денег, чтобы инвестировать в то, что я хотел. Но я выбрал нишу, где не особо требовался человеческий физический труд, и занялся чем-то более безопасным, более грандиозным и стоящим, более интересным с точки зрения инвестиций, чем-то новым для нашей страны. В то время этот сектор был не очень развит, да и сейчас он не особо развит. С 2016 по 2020 год выработка ветряной электроэнергии увеличилась с 2000 до 50 тысяч мегаватт. По словам Думитру Племедялы, потенциал ветроэнергетики в Молдове гораздо больше, но власти не оказывают достаточной поддержки этой отрасли. Он считает, что цена в 93 бан за 1 киловатт, поставленной в сеть электроэнергии, слишком низкая для привлечения инвестиций. С другой стороны, государство гарантирует лучший тариф за каждый киловатт, поставленный в сеть, но диктует свои условия. Чтобы получить цену повыше, производитель должен установить новые ветряные турбины, а не бывшие в употреблении, каких в стране большинство. Я могу поставить 2 или 3 новые турбины, взять кредит в несколько миллионов евро в коммерческом банке и инвестировать. Сумма может достигать десятков миллионов, потому что новая турбина стоит до 4 миллионов евро. И если посчитать по цене 1 лей 54 бана за киловатт-час, которую дает НАРЭ, становится ясно, что невозможно так вкладываться. Нет уверенности, что удастся окупить затраты за 7-8 лет, а лишь за 10-12. Это ненадежно. Никто не станет инвестировать такие деньги. Для поддержки своего основного сельскохозяйственного бизнеса Думитру Племедялы в 2020 году инвестировал и в систему солнечных батарей, которые обеспечивают электроэнергией холодильную установку, где хранятся фрукты и овощи. 2 года назад мы инвестировали в первую фотоэлектрическую систему мощностью 100 кВт. С помощью агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве мы получили субсидии и 50% вложений вернули. Благодаря этой установке мы покрыли около 40-50% нашего потребления. В прошлом году мы вложили еще, увеличили мощность на 100 кВт и практически свели покупку электроэнергии к нулю. Мы достигли энергетической независимости. По расчетам предпринимателя, примерно через 6 лет он вернет кредит, взятый на систему солнечных батарей. Она обошлась ему в 3,5 миллиона леев. И тогда, говорит он, действительно почувствует экономию. Это означает, что ему не придется платить 50 тысяч леев в месяц за электроэнергию летом или 20 тысяч леев зимой. Какая солюция для каждого потребителя? Альтернативным решением для потребителей может стать установка на 5 кВт и 10 кВт. Невозможно поставить ветряную турбину там, где захочется. Лишь в некоторых зонах она будет эффективна. А солнечные батареи – системы более гибкие. Их можно устанавливать в любом месте. Их используют на крышах или в местах, где нельзя установить ничего другого. Это выгодно не только тем, кто устанавливает, но и для страны в целом. Республика Молдова обязалась перед Европейским энергетическим сообществом, что к 2020 году 20% потребляемой энергии будет получать из возобновляемых источников. Частично эта цель была достигнута за счет использования твердой биомассы для производства теплоэнергии. Другие цели – это получение электроэнергии и развитие экологичного транспорта – достигнуты не были.
Когда власти взяли на себя эти обязательства, по статистике мы получали более 80% импортной энергии. Здесь мы производили только 10-12%. Конечно, в то время эта цель была очень подходящей, адекватной. Но когда Национальное бюро статистики проводило перепись населения, они ходили от дома к дому и спрашивали каждого жителя, сколько дров вы используете, сколько соломы, а сколько других материалов. Они посчитали эти данные и сказали, так мы меняем энергетический баланс в стране. На самом деле 27% местной энергии люди получают за счет дров, которые можно считать биотопливом. Таким образом, мы в целом достигли цели в 20%. Но это вышло немного искусственно. Как бы схитрили. Да, своего рода хитрость. Молдаване, как мы говорим, изобретательные. Так и получилось. Людмила Абрамчук стала первой женщиной в Молдове, которая открыла еще в 2008 году производство брикетов из биомассы. Бизнес, который поначалу казался чрезвычайно перспективным, в последние годы движется с трудом. Сейчас я не могу сказать, что уменьшился спрос на брикеты. Люди уже наоборот хотят брикеты, не хотят использовать дрова и уголь. Не только потому, что с позиции экологии, а и с позиции экономии и комфортности. Проблема стоит в том, что сырьевая база стала очень дорогая. И плюс ко всему этому очень большой дефицит первичной материи. Если раньше мы не знали, куда девать эту материю приму, то сейчас получается, что ее не хватает. Предприятие в Бельцах, которым руководит Людмила, производит брикеты в основном из шелухи семян подсолнечника, которую закупают в больших количествах у производителей масла. Но со временем сами эти компании начали производить брикеты, пеллеты и гранулы, которые они экспортируют. Это привело к дефициту сырья на рынке биомассы, а цены выросли вдвое. Если в 2020 году тонна брикетов стоила 1600 леев, то в 2022 году 3200 и выше за тонну. В прошлых годах делали еще из соломы. Но здесь такой двоякий вопрос по поводу сбора соломы с полей. Агрономы, они считают, что сколько забираешь земли, столько ты должен и отдать. Сейчас комбайны такие пошли современные, где при сборе урожая все отходы, которые остаются, передрабливаются и остаются на поле. Очень мало осталось агрикультурников, которые хотят, чтобы отдать солому свою. Контракты с мелкими сельхозпроизводителями невыгодны предприятию, производственная мощность которого составляет 50 тонн в день, и которому необходим непрерывный поток больших объемов сырья. Такой бизнес будет выгоден в первую очередь компаниям, у которых есть собственные растительные отходы. Но и они зависят от погодных условий. В засушливые годы урожай оставляет желать лучшего. Часто аспект немчук не примадарным домом его воспроизводителем. Впервые мы столкнулись с этим в 2011 году, когда солома не нужна была никому. Ее просто сжигали. Когда делегация Европейского Союза инициировала инвестиционные процессы в Республике Молдова и поддержку предпринимателей, желающих начать бизнес по производству палет и брикетов, за несколько месяцев стоимость тонны соломенного сырья выросла вдвое из-за высокого спроса на это сырье. А те, кто занимается сельским хозяйством, на мой взгляд, воспользовались появлением на рынке производителей палет и брикетов и повысили стоимость сырья. По проекту программы развития ООН в период с 2011 по 2018 год сотни школ, детских садов, общественных центров и домохозяйств в Молдове перешли на отопление биомассой. Но из-за роста цен и нехватки твердого биотоплива многим потребителям пришлось вернуться к использованию угля или газа. В прошлом году, да, многие клиенты приходили, как бы они поддерживали отопление газом, чтобы была температура средняя, а брикетами они уже подтапливали. Но в этом году вся обстановка поменялась, люди уже не понимают, чем топиться, или углем, или газом. И уголь, и дрова дорогие, и брикеты дорогие, и газ дорогой.
Сократилось и число предприятий, открытых и получивших поддержку в рамках проекта «Энергия и биомасса». Из 150-160 производителей брикетов и пеллет осталось менее 30. Раньше мы их называли конкурентами, сейчас мы их называем коллегами, так как мы уже делимся и мы не можем, допустим, поставлять школам брикеты там на юге. Мы уже связывались со своими коллегами, которые имели, допустим, это топливо, просили их обеспечить школы по возможности. То есть мы уже как-то более сплоченные, нас и мало осталось. И мы общаемся постоянно, спрашиваем, у кого как дела. И скажу, что у всех дела очень плохо. Как говорится, начали за здравие, кончили за упокой. Другого у меня слов нет. По сравнению с дровами, брикеты содержат меньше влаги, требуют меньше места для хранения, производят в 2-3 раза больше тепла и выделяют минимальное количество дыма и углекислого газа при сгорании. Одна тонна брикетов заменяет около 5 кубометров древесины. В нашей стране, особенно в сельской местности, большинство топят дровами и углем. Посмотрите, что происходит с лесами, с незаконной вырубкой. Если мы сделаем это национальной политикой, продолжим продвигать биотопливо и не будем высаживать лес, мы разве хотим остаться без лесов? Мы должны сначала восстановить леса в стране, создать потенциал биомассы, который можно использовать и в энергетических целях. Но на это уйдут десятилетия. Это невозможно провернуть за один день. В Молдове нет гидроэлектростанций, позволяющих производить большое количество электроэнергии. На двух крупнейших реках – Пруте и Днестре – работают две гидроэлектростанции. Костежть-Стынка вырабатывает около 20% всей электроэнергии из возобновляемых источников. А Дубосарская ГЭС, которую не контролируют конституционные власти, снабжает электроэнергией только населенные пункты на левом берегу Днестра. На малых реках остались лишь отголоски утраченных энергетических иллюзий. В советское время, например, на реке Реут работало несколько небольших гидроэлектростанций, но после открытия в 1964 году Кучурганской теплоэлектростанции они были заброшены из-за неэффективности. Большинство из них были разобраны местными жителями, на их месте остались руины. Лучше всего сохранилась конструкция в селе Казанешть в Тельнежском районе. В здании было две турбины польского производства. Говорили, что их украли откуда-то из Польши, привезли сюда и установили. Во время войны? Да, насколько мне известно, станция снабжала электричеством соседние села. Водолека, Казанешть, Брынзень, часть Нигурен и Кицкань. Тогда и потребности были другие. В те времена, я думаю, Магала, часть села, потребляла столько же, сколько сейчас потребляет одна семья, а может быть даже больше. Одно хозяйство сейчас потребляет больше, чем 2-3 Магалы в те времена. Местные власти хотели бы сохранить здание скорее как исторический памятник. Учитывая, что за последние 10-20 лет уровень воды в реке резко сократился, возвращать мини-ГЭС в эксплуатацию было бы нерентабельно, считает мэр коммуны. Жители используют строение для перехода река Реут, чтобы не идти в обход по мосту. Больше никак. Как украшение и как символ Казанешть. У нас есть предприятие, которое недавно было зарегистрировано как производитель вина. И на бутылке вина этого производителя изображена мини-станция Казанешть. Молдова не является страной с богатым гидроэнергетическим потенциалом. По двум причинам. Гидроэнергия – это потенциальная энергия массы воды. Должен быть большой объем воды и перепады течения. Республика Молдова расположена на равнине, и на самой высокой точке в стране воды нет. Это было бы нечто, 400 метров. У нас нет горных рек, нет водопадов 100-метровых, поэтому мы не можем делать ставку на массовое производство гидроэлектроэнергии. Несколько лет назад возобновила работу мини-ГЭС в соседнем селе Брынзениной. Там установлены две турбины мощностью по 1 мегаватту, но из-за слабого потока воды они не работают в полную силу.
В 2018 году, когда они начали аккумулировать воду в своем бассейне, он у них находился между Пеструени и Ордышей, и у нас здесь практически за неделю разразилась экологическая катастрофа. Воды практически не осталось. Река полностью высохла. Люди выковыривали рыбу из ила. Они вытаскивали мелкую рыбу с помощью мотоблоков. Сразу же после этой катастрофы была созвана парламентская комиссия по охране окружающей среды здесь, в мэрии Брынзень. Но пока нет никакого ответа. Это скорее экологическая проблема, чем энергетическая. Я бы не стал делать ставку на гидроэнергетику в нашей стране, а сосредоточился бы на солнечной энергии, энергии ветра и возможности синхронизации системы за счет взаимоподключения с Румынией и Украиной. Эксперты считают, что как бы Молдова ни развивала зеленую энергетику, страна будет по-прежнему зависеть от поставок из-за границы. В настоящее время основным источником электроэнергии является Кучурганская электростанция, принадлежащая российскому гиганту Интеррао и расположенная на территории, контролируемой Тираспольским режимом. Станция работает на российском природном газе. Чтобы меньше зависеть от Москвы, власти Молдовы 12 лет назад решили подключиться к румынской энергосистеме, но проект до сих пор остается на бумаге. Я считаю, что это подключение могло быть выполнено дважды за этот период, с южной и северной стороны. Это могло бы произойти, если бы политическая воля, если бы не было сторонних интересов, как мы видим сейчас. Много об этом пишут в прессе, о посредниках, которые покупают в Приднестровье, в основном у Кучурганской электростанции. В чем состоит интерес тех, в чьих руках возможности для осуществления взаимоподключения? Всегда находились отговорки и предлоги, чтобы отложить этот процесс. Под давлением беспрецедентного кризиса и особенно после вторжения России в Украину диверсификация источников энергии стала неотложным приоритетом, уверяют власти. Последним обещанием правительства стало то, что к 2024 году Молдова построит высоковольтную линию электропередач Вулканеште-Кишинев, которая обеспечит подключение к энергосистеме Румынии. Недавно одновременно с Украиной Республика Молдова синхронизировала свою электросеть с европейской, отсоединившись от России и Беларуси. Мы ведем переговоры с Азербайджаном, Румынией, Украиной и еще несколькими странами в поисках решения по диверсификации энергоресурсов. Диверсификация – это единственное долгосрочное решение для обеспечения нашей стране энергетической безопасности. Природный газ Молдова закупает исключительно у российской компании «Газпром». И это делает страну глубоко зависимой от России, политически и экономически уязвимой. Недавно построенный газопровод Ясы-Унгены-Кишинев мог бы стать альтернативой, но обеспечить природным газом всю страну он не сможет, а скорее будет резервным вариантом в исключительных ситуациях, считают специалисты. Ной техник, физик. Технически мы можем физически доставлять газ с Востока, из Запада, из Румынии и из Турции, а через Турцию из Азербайджана, из Катара и из США по существующим трубопроводам. В настоящее время отсутствует коммерческий механизм. Да, это может быть дороже в какой-то определенный период времени, но если на чаше весов энергетическая безопасность, то для начала важно наличие газа, а уже во вторую очередь его цена. Мы должны уяснить, что ни одна страна не обладает полной независимостью, и это не значит, что все должно быть локальным. Речь идет об энергетической безопасности. Чем больше местных источников, тем надежнее мы будем защищены. Если у нас будет больше соединений, например, и к европейской системе, и к системе СНГ, тогда мы сможем покупать энергоресурсы и на Востоке, и на Западе, где захотим. Так и строится энергетическая безопасность. Мы не зависим от одного источника. По крайней мере, три источника уже хорошо. Местные, Восток и Запад. И там мы уже выбираем, где лучше. Ориентем, он есть и мой бин.